Интересно. На, подумать. Кстати, я микрофон изменил. Так что, может, звук будет хуже? Не знаю. Вроде как лучше. Я сразу говорю. Как бы я доту, как и говорил, с вебкой стримить не буду, скорее всего. Это для теста. И да, она будет стоять на камере. То есть, ну, блядь, на карте. Потому что больше негде поставить, только вместо карты. Это самое умное, чтобы стрим-снайперы и хуесосы не мешали играть. Да что мне не нравится? Хз. Надо тестить различные положения. А что, если так сделать? Или так далеко? Хуй знает. Добрый початок! На самом деле сложно. Может так? Рассказ! У меня вообще должна быть пятна клавиатура? Хуй знает. Банные наушники лагают. Кстати, мы приехали уже новые сегодня. Только мне их падло одевать, мне их падло распаковывать. И так проебал час на то, чтобы эта вебка ебучая заработала. Она не хотела работать. Какие-то драйвера еще надо было устанавливать. И она все равно не хотела работать. Пришлось гайды в интернетах читать, чтобы она заработала. Слишком сложно. Блядь. Дальше или ближе? Не могу понять, как оно лучше. Ну, типа, я сейчас отдавнулся, смотрю на себя. Хуй знает. Но это вроде далеко слишком. Непонятно. Ладно, я ближе пока сделаю. Оп. И чё? Ну, хуй знает. Все ок, я бустер. Охуенно. Все ок, я бустер. Это что за меня? Так, челик. Ладно, не буду доджить, мне похуй на самом деле. Я буду проходить ебаные квесты компендиума, которые мне подарили. Только я не буду играть International Ranked, потому что это я ебал, не хочу стримить 2К ММР игры. Ну, сначала будет 2К ММР, потом 2500, потом 3К, потом 3500. Не впадло. Вельки деньги! Блять, у меня ебаные наушники не работают. Вот тебе мои родименькие за подрубку вебки. Новая эра. Качественный контент. У меня ебаные наушники не работают. Сука, вот тут, короче, провод. Я как-то... Вельки деньги! Блять. Мне придется наушники сейчас сменить, наверное, во время стрима. Провод ебаный. А, это, короче, гибью. Чё, сейчас так сделать? Хуяся? Нету размытия. Интересно, блядь. Ха! Походу нормальную купил. Типа оно не размывается, смотрите. Я делаю вплотную буквально рукой, и, короче... Я могу быстро делать, лол. Охуенно. Это интересно, блядь. Мне нравится такая тема. Лол.
Wielkie dzięki! Я тестикую ВК. Мне похуй. Не буду проходить квести чати. Вельки деньги! Блять, мне ебаный звук не работает, мне надо. Добрый это исторический момент, ребята. Запишите в календаре, как красный день. 26 мая. День, когда величайший использовал вебку. Мне нужно подключить наушники другие. Сейчас покажу их. Только какие шансы у меня размотать этот узелок, блять, и все это включить? Вот эти наушники. Не знаю, видно или нет. Вроде видно. Потому что мои нихуя не работают, у меня, блять, помехи. Бля, не успею, этот ебаный узел я это не смогу размотать сейчас и включить. Сложно. Это сложно. Короче. Наверное, после этой игры, которую я проебу из-за хуёвых наушников. О, кайф, тинкер в лес. Вельки деньги! Автолуз. Ебануться, папань. У меня Кент пиздец похож на тебя, даже дырка между зубов, когда пел гангер какой-то. И тоже с Украины. У тебя там давно забытых братьев нет. А у меня нету братьев. Я никогда не хотел никаких братьев. И у меня нету братьев. Нахуй мне братья, я что, пидор, блядь? Лучше сестричку. Нахуя мне братья, блядь? Вельки деньги! Все, это пиздец, я не могу играть. Го 10 супер правильных отжиманий, если проиграешь. Нет. Сабгу алфахет я ебал. Я не буду отжиматься. Я уже давно не отжимаюсь на пальцах, я отжимаюсь на брусьях. На пальцах я не могу отжиматься, у меня пол скользкий почему-то стал. Я пытаюсь, но они мне, короче, вот я стою, и они у меня так вот разъезжаются, то есть. Я не могу на пальцах отжиматься больше. Не получается. Ну, неудобно просто, блядь, хуйня полная. Вельки деньги! Доначу, чтобы сказать, что мать Павла Черномырдина черножопника шлюха подзаборная. Бля, я не могу, пиздец. Да мне похуй. За меня... For As you advise. У меня всегда фрилуз. У меня не бывает побед. Так, мне надо что-то сделать с наушниками, я не могу так. Короче, этот ебаный провод, если вставить, если повезет, он начнет работать. Ну, наушники будут работать. Пиздец. Behold the race. А ну, кстати, как оно закрывает карту? О, это полная хуйня. Вельки деньги! Нужно сделать по-другому. Здарова, папаня. Пожалуйста, покажи сердечко и пошли воздушный поцелуй. Могу тебя только нахуй послать, не в обиду. Бля, почему... Почему мне закрывает лицо в Райскинга? Я так не хочу. Я так не планировал. Ну хотя бы так. Не так. Бля, там 30 seconds to battle. Бля, не успею настроить, сука. Я не успеваю, блядь. Все, вроде я успел. The battle begins. I walk among the prizes comes now the king of rings. Руна не смог спиздить, потому что вы видели, я настраивал хуебку. Я не мог спиздить руну. Tis your honor. Так, все, вроде я закрыл карту и видно ебалого Райскинга. Мне это очень важно, чтобы было видно ебалого Райскинга, потому что если не будет видно ебалого Райскинга, то ну, я так. Хотя на самом деле. Race, your king is here. А, так и, блядь. Потому что на стриме только его не будет видно. War is torn. Ладно, короче, поехали играть. Все, пизда, у меня звука нет. А, ГГ нахуй.
Опа! Вот и ФБ. Моё есть. Вирки-джинки! Пиздец, нету звука. Папань, сделай прогнозы на манила-мажор. Эта функция есть в компендиуме. А чё толку их делать, если я не шарю в продоте? Ну, в силах команд. Я ж не смотрю. Бля, короче, у меня со звуком супер проблемы, парни. Вирки-джинки! А, это пиздец, ГГ. Здорово. Почему ебаный наушник не сменил? Я попал в историю. А вы? Я буду сейчас всю игру ныть, что у меня со звуком проблемы, потому что я реально, у меня, короче, шипит, я не знаю, как будто, блядь, как старый телевизор. Я не могу нормально играть. Блядь! Боже, как теперь папича смотреть, у меня теперь стояк 24/7 от изображения с вебки. Ааа, 4 голова капа прайд или гигл. Боже, как же я рад. Пиздец. Я недоволен. Я наушники не сменил, а босс сменил. А нахуй ман у меня, то есть нахуй все эксплуатирует. Отец стремит с вебкой. Переломный момент в жизни человечества. Сегодня настал новый день, жизнь никогда не будет прежней. Проснемся ли мы завтра, останется ли мир прежним? Дай мне сказать, я вряд ли буду стримить доту с вебкой, это просто тест. Я буду стримить с вебкой другие игры, типа Path of Exile, Enclave, но доту вряд ли, не знаю. Потому что если я буду стримить доту с вебкой, то только без карты. То есть, стримы с вебкой, они возможны только с закрытой картой. То есть вы карту видеть не будете. По-другому я ставить вебку не буду даже. Это инфа 100%. Только с закрытой картой. Потому что меня бесит стрим-снайперы, то что могут видеть. Ну. А стримы с задержкой у меня лагают. Я потерял карту, когда я пытаюсь стримить с задержкой. Вирки-джинки! Виталя, здравствуй. Вот как обычно смотрю твой стрим, засунув руку в трусики. А теперь еще и вебка подъехала. А как там? Слушай, а у тебя сохранилась та красная рубашка. Ты в ней бесподобен. Блять, я забыл, какой кнопкой оффать пидорские донаты, я поменял кое-что. У меня теперь на одной кнопке будет офф микрофона и офф вебки. И заодно офф пидорские донаты, то есть у меня все на одну кнопку. Я одной кнопкой, короче, сразу оффую микрофон, вебку и пидорские донаты. Смотрите, сейчас покажу. Сейчас будет изи. Смотрите. О, теперь включил. Я одной кнопкой вообще все оффую сразу. Че за хуйня? 6-0 это вообще... Убили курицу, Дайр. Это как? Это я... В какой команде? Меня туда кинули? Ой, я сделал квест, ура. Я до 7 минуты купил. Пошла моя лучшая. Вирки-джинки! У меня наушники сменить после игры прямо вот сразу. Подумай в чат, если хочешь, чтобы он всегда стремил с вебкой. Похуй на карту. Артасик-пидорасик. Чё, сработало? Ничего не окнулось? Короче, у меня всё на одной кнопке. Если будет какие-то... Если у меня пропадет войс во время игры, или если пропадет ебаная эта вебка, то есть... Сори. Потому что у меня все на одной кнопке. Все, сдается. О, у человека сдаются. Чекаем реакцию на гейс. Че, все, конец? Они сдаются?
Верки Дженки! Купа Печ, передай, плиз, привет Чипу ПС, он дрочит на твои стримы. Я не передаю приветы, парни, да. Я не поздравляю с днем рождения, не передаю приветы. Только в исключительных случаях, да и то, как бы, не от души. А так, на лицемерничах, потому что задонатили дохуя. Я не передаю приветы. Ну это полная хуйня. Вот ты говоришь, ты просишь передай привет какому-то чипу, блядь. Понимаешь? Я даже не знаю, кто это. А вдруг он плохой человек? Не, ну серьезно. Не, ну... Не люблю передавать привет. Я не понял, он сдается или что? Что происходит? Серьезно, что он дерется? There are wraiths among you. Верки Дженки! Звуку пизда. Здорово, папань. Хочу затронуть тему из прошлого стрима. Ты говорил, что не пользуешься гандонами и не планируешь детей. Нет. Но ты же говорил, у тебя было от 7 до 10 сексуальных отношений. С кем ты долбился? А? А? С твоей матерью, блядь. А? 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 С кем еще? А? 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 Верки Дженки! Если офнится хуебка или микрофон, то это вина какого-то дауна, который, собственно, задонатил хуйню, и я не справился с управлением, потому что, чтобы офнуть пидорский донат, и чтобы всем офнуть привет. Микрофон... Я старший брат Виталий. Бля, дайте он мне не сказать. Говорит про меня, потому что стесняется моей ебанутости, хотя сам ебанутый не меньше. Не забывай про меня, братишка. Привет от мамы. Короче, мне надо нажать F9, потом снова нажать F9, а потом нажать F8. Это чтобы обратно включить экран, хуебку и микрофон. То есть мне надо сложную комбинацию из трех клавиш, блядь, сделать. Ну, сложно. Почему, блядь, еще 12.0 на моем стриме? Это вообще мой стрим? Куда вы попали, пацаны? Это мой стрим вообще? 12.0 еще? Что происходит, нахуй? У меня армлет на 8.40, счет 12.0, это как? Это чей стрим, блядь? Это мой стрим? Странно. Когда вы последний раз видели счет 12.0, это что вообще? Это мой стрим? Обычно 0.12. Что-то не так. Ясно. Behold the rain. Tisa. Крит. As you advise. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's top tower has fallen. Что, все, конец? Враг ливнул. Не похуй, я сделал квест. Правда, забыл сделать ставку. Сейчас можно сделать ставки на победу. My next coronation. By my decree. Ну-ка, next. Это явно не мой стрим, блядь, это чё-то другой стрим. Счёт 14-1. Враги уже поливали. Это явно не так. Это хуйня. Тиза!
Верьте, деньги! Так, на наушники смени срочно. Когда подруга Верьте. А кого? Когда? Ты? Собака, ты. 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 The enemy's top tower has fallen. Behold the race. Come, let's be about it. Ура, наруб взялся наконец-то. Короче, я наушники буду подключать сейчас. Эти наушники хуйня, все как не могу с ними играть. Раньше пробовал провод обратно вот, ну, вставить, и они работали. Теперь не, ничего не помогает. У меня звук в говне. Плюс 800. Типа XP, компендиум. Так, мне наушники поменять. Сейчас, сек. Я нажму поиск. Не, ладно, ничего не буду делать. Верьте, деньги! Верьте, деньги! Верьте, деньги! Вебку подрубил, проклятие снял, старина. Ты на удивление спокойный, если судить по звукам со старых стримов и разломанным клавиатурам. Пысы. Эспадер купи, я ж тебе советовал, хватить филонить. Ебаный шок-контент!